Танец лошади – так профессионалы называют выездку. В первый день состязаний на Кубок города по конному спорту 81 спортивная пара из Иваново и Владимира соревновались в дрессуре. Выездка считается самым элегантным видом конного спорта. Всадник должен продемонстрировать способность лошади выполнять команды, правильный аллюр в разных темпах и умение делать сложные элементы – пируэты, пассажи, пиаффе. Судьи наблюдают за выступлением с разных точек. Оценки ставят по 10-бальной шкале. Судьи больше обращают внимание на контакт всадника с лошадью, на ритм, с которым двигается лошадь усадника. И что это было все представлено не зажатостью лошадью, а чтобы лошадь бежала и делала эти элементы расслабленные, свое удовольствие. Дайтона – лошадь породы английская чистокровная. Ей 13 лет. Самый возраст для спортивных достижений. Ольга Нестерова – всадник с 30-летним стажем. Прекрасно знает, что успех в манеже зависит от взаимопонимания человека и лошади. С Дайтоной найти общий язык женщина сумела. Нам очень сложно сначала пришлось. То есть лошадка была такая строптивая, ну, не очень такого подпускала. То есть выбирала всадника. Ну, у нас, видимо, с ней сложился дуэт, я так полагаю. То есть мы с ней друг друга находим и общий язык. Ведет себя адекватно в манеже. То есть лошади есть и пугливые достаточно, и дурные. У нее, конечно, это тоже присутствует. Но ничего, мы справляемся вроде бы. Вроде бы она меня не подводит. Для каждой группы спортсменов есть обязательный набор элементов. Лошадь во время их исполнения должна сохранять определенное положение корпуса. Оценить это могут только профессионалы. А вот команды ездока должны быть незаметны даже членам жюри. Взаимопонимание в манеже достигается путем длительных тренировок. С любым животным надо найти к нему ключик. Когда ты находишь к нему ключик, подход, свой кнут и пряник, как можно сказать, тогда происходит тандем. Не сразу это происходит, это с течением времени, то есть от месяца и больше. То есть идет, ну, создается такое вот, какая-то компания. Если лошадь тебе уже полностью доверяет, то ты с ней хоть в бой пойдешь. С одной и той же лошадью могут в течение состязаний выступать разные всадники, но вести себя гордое животное всегда будет соответственно манере ездока. Лошадь не терпит слабости или грубости. Выездка – соревнование для настоящих леди и джентльменов. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.